Проблема беженцев номер один в Европе, на континенте, где мы живем. В Беларуси тоже есть вынужденные переселенцы из Украины, Сирии, Афганистана и Йемена. Об этом мы поговорим в студии программы «Днями». Наш гость – представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь Жан-Ив Бушарди. Жан-Ив, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о самом управлении, об агентстве по делам беженцев. Какова миссия организации и что, какую работу она проводит на территории Беларуси? На самом деле, агентство ООН по делам беженцев начало свою работу в 1951 году. Общая цель нашей деятельности заключается в защите и спасении жизни людей, находящихся в нашей компетенции, а именно мы ведем в первую очередь здесь речь о беженцах. Кроме того, под действие нашего мандата подпадают и такие категории, как лица без гражданства, и в некоторых государствах это внутрипермещенные лица. Например, мы таким людям помогаем в наших операциях в Ираке и Сирии. Скажите, пожалуйста, какова статистика по Беларуси? Сколько у нас беженцев? Растет ли их количество и из каких стран они прибывают? Следует понимать в плане статистики, что до начала 2014 года количество людей, которые приезжали, иностранцев, которые приезжали в Беларусь и обращались за предоставлением статуса беженца или дополнительной защиты, насчитывалось порядка 150-200 новых заявителей в год. Основными странами происхождения беженцев были Афганистан, Грузия и с 2013 года Сирия. Вы прекрасно понимаете, что после того, как началась кризисная ситуация в Украине, в 2014 году на первое место по количеству заявителей вышли украинцы. То есть на сейчас мы имеем порядка 2000 людей, которые имеют разные формы защиты, статус беженца, либо дополнительную защиту, и, соответственно, находятся в нашей компетенции. Из них порядка 1600 – это украинцы, около 100 человек – сирийцы и порядка 40 – афганцев. Сейчас в Западной Европе, да вообще на европейском континенте, полярное отношение к иммигрантам. Что вы ответите людям, которые считают иммигрантов гостями, которых не звали? В этом контексте очень важно делать отличие, различать беженцев, такие понятия, как беженец и экономический мигрант. Очевидно, что экономический мигрант – это те люди, которые по собственной воле покинули свою родину в поисках лучших условий жизни. Противовес этому, беженцы – это те люди, которые нуждаются в защите, которые опасаются возвратиться к себе домой и которые не по своей воле уехали со своей родины. И наша организация всегда делает особый акцент на этом различии. Я прекрасно понимаю, что люди, имея доступ к разнообразным средствам массовой информации, каждый день, смотря новости, видят, какое количество людей прибывает, и в какой-то степени это может вызвать у них страх, опасение. И поэтому рождается такая не совсем положительная риторика. Тем не менее, это такой поток миграции был характерен и в прошлом для нашего мира. Но, тем не менее, мы говорим и всегда будем говорить о том, что беженцев необходимо отличать от прочих, им необходимо давать защиту. И практика, существующая, устоявшаяся в Беларуси, показала, что правительство способно принимать этих людей, оказывать им защиту и поддержку. И мы, как организация, конечно, будем и далее призывать к тому, чтобы люди пользовались должной защитой, находясь здесь. Мой последний вопрос. Вы уже не в первый раз в Могилевской области. Когда вы возвращаетесь к себе домой во Францию, что вы рассказываете о жителях Могилевской области, о белорусах? В целом нравится страна. Отдельно, что могу отметить, у вас прекрасная зона с улицей, где нет автомобильного движения. Мне очень нравится здание драматического театра. К сожалению, мне не удалось в достаточной степени поездить по районам Могилевской области. Но я это надеюсь наверстать, начиная с летнего времени. В конечном счете, что бы я сказал своим соотечественникам из Франции. Приезжайте и на своем собственном опыте узнайте, что такое Беларусь, что такое белорусская природа. Я благодарю вас за интервью и желаю вам успехов в вашей деятельности. Спасибо большое. Спасибо.